Такс, можно спокойно начинать. В принципе, в прошлый раз мы за 2,5 часа прошли 3 главы, кажется. Сейчас будем рассчитывать примерно то же самое. 2,5 часов посидим. Так. Господи, да где? И это чумная история. Ой, я мониторинг не включил. Что, кстати, мне нужно сделать. Температуру хотя бы отслеживать. Закрывайся. Так. 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 Вот как-то так. Ну, сразу поперло 72 градуса. Так, вот это нам можно убрать. Итак, глава 4. Ученик. Чё со стенами, блин, у этих крыс? Капец вообще. Ученик. Амидзи и Гуго чудом спасаются из монастыря, где их встречают орды голодных крыс. Поняв, что крысы боятся света, дети отправляются на ферму Лаврентия, чтобы успеть туда до заката. Точно. Лаврентий — это врач, который лечил нашего Кузю. Ну, если у нас игра просралась и теперь показывает 60 FPS, не знаю, может стоит добавить настроечки. А что-то как-то сыкотно. Наверху ветряная мельница. Это ферма Лаврентия. Никогда не видел настоящей мельницы. Если будем осторожны, то скоро ее увидишь. Амиция, смотри, это один из тех людей, которые напали на наш дом. Инквизиция здесь. Подожди, но его же сожрали. То есть этот чувак, который напал на наш дом, но ему кобздец. Причем ноги где-то в другом месте, судя по всему. Нормально. Как они это делают? Они же, сука, зверюшки. Я тебе что, крыса? Почем я знаю? Думаешь, мне дурацкий и звездкой мы их гнезда не выведем? Хочешь не хочешь, а придется с ними разбираться. Покуда солнышко не село. Эти темноту любят. Добрый вечер, Эд. Что-то тут куча всякого. Отвлечь внимание врагов можно с помощью разбросанных тут и там металлических предметов. В смысле, мы металлические предметы подберем? Или я, блин, буду туда кидать что-нибудь? Вот что мне интересует. Потому что в нашу сторону смотрят все-таки. Забраться я тут просто так не могу. Давай камушком. Там кто-то шумит. Ну ты осматривай эту херню. Не знаю, что делать. Ага. Плохая идея. А, ну вообще надо было подождать, пока он развернулся назад, конечно же, и... И проходить туда.
допустим. Ага. Ни хрена не допустим. Металлические предметы мы не подбираем. То есть это именно привлечение внимания. Окей. Тогда я что-то сделал не так. И вообще капец. Жаль, что нету вазы. Я как раз и думал, что мы что-то подберем. Беги, беги. Я хотел, чтобы вы побежали. Ух, копьями кидать. Ничего себе. Да. Так, вот как раз камушки это тут дают. Конечно, тут все продумано. Но... А, ну... так. Так, так и пойдем. Да. Убедитесь, что ваши наушники это гарнитуры. Пробуйте еще раз. У меня нет кнопки, по-моему, еще раз. Угу. Смотри, там мост к ферме. Самое время рассматривать, да, вот вообще. А мы можем подойти сзади и завалить его? Сколько времени впустую? Великий инквизитор мог сразу сказать, что от нас хочет. Интересно. Так, селитры у нас до хрена, похоже. О, куча ресов пошла. Так, ну... Вот и ладно. Чё-ч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 ё. Пойду к мосту. О, баррикады растаскивать. Так, сверху кто-то есть. Мы в ловушке. Там дыра в стене. Где? Боже, ему придется открывать окно изнутри. Так, ну, в общем-то, ладно, ситуация ясна. А там что? Так, я так понимаю, железка для отвлечения, наверное. А зачем нам сюда вообще? Вообще-то замок с сундуком, как будто бы. Ядрёна. Опять селитры дофига. Ладно, хорошо, что подошел. Вот этот уровень здоровенный, с площади... По площади с кучей заначек. Можно классно облутаться, только и по времени мало. Ага, ясно. Пока выглядит довольно коридорно, конечно. Ну да, я понимаю, что тут уже всякие места есть. Карманов бы хватало.
Что там у нас по верстаку какому-нибудь? Что же нажать-то? Вот. Так, чтобы нам увеличивать карман, нам надо тряпку. Ну, инструмент нужен всегда. Так, хорошо. Так, ну вперед, пацан. Давай. Ладно, успел. Хорошо. Опять? Надо проверить. Прикольно, он говорит, опять. Надо уходить отсюда. Нет, ничего. Только меня больше не проведешь. Да, если третий раз... О! Так, инструмент есть, это уже хорошо. И бы еще кое-чего. Так, что мы имеем? Чувак смотрит прямо сюда. Это раз. Прямо сюда. Не то чтобы нам на мост вообще, потому что там, бляха-муха, люди. И чё нам надо? Отвлечь я его, конечно, могу отвлечь. Но куда? А, там заросли есть, вижу. Откуда шум? Они отцепили ферму. Передайте капитану, мы будем досматривать людей и повозки. Так что мы ищем кого-то? Пилитого мальчишку. Волосы русые, глаза голубые. При нем сестра. Они говорят об нас. Почему? Тихо, не сейчас. Говорят, дело важное. Великий инквизитор приказал. Так что смотрите во все глаза. -88 градусов. Ладно. Пока пойдет. Так, ну естественно, через мост мы не пойдем, но на нас вроде как будто бы не смотрят. Опять же, идти вроде как будто бы и некуда. Поэтому просто... Просто идем сюда. Там что-то лежит. Может, конечно, лок пониже, 45-30, впереди поменьше станет. Посмотрим, может быть. Я, конечно, буду доволен вполне себе 30 кадрами. Главное, что все хорошо шло. Так, ничего, 87, то есть, как бы, окей, до 90 не доходит. Будем иметь в виду. В принципе, вряд ли на консолях было больше 30, да. Я вот уже настраиваю вещи на 30 кадров и говорю, консольный гейминг. Так, ладно, пробуем. Не замечают. Нормально. Ну, у них шлема, конечно, мешает сильно. Что это? Нора какая-то. Привет, Клауд. Классная игра. Серьезно? Классная. Осторожно, там стражник. Да, там стражник.
Он стоит, под ним что-то валяется. Атасьон, да. Блин. Я даже не знаю, куда нам надо. Может, нам в речку? А, ты учил немножко французский. Ты из тех, кто их, его застал? Угу. Ой, ёлки, там кто-то, тут кто-то. Так, сказал, как будто я дед из Российской империи времен Льва Толстого. Ну, если ты действительно дед из Российской империи времен Льва Толстого, то я тоже. Я уже не учил французский язык, потому что лично в нашей группе его не было. Но с немецким было херовасто. Но вокруг были еще такие группы. И я его застал. Так. 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 Что-то лежит? Нет, не лежит. Пошел. Good. К сожалению, мы нашли верстак. Почему к сожалению? Потому что у нас не хва... А! Есть. У нас есть на сумку для снарядов. Черт, это не то. А где... А, 4... Все, я понял. В инвентаре это выглядело лучше. 4 из 4, вот. А, это на вторую бечевку для прощи, которая нахрен не сдалась пока что. Все, понял, чем я перепутал. Мне хотелось бы карман, потому что вещи все-таки попадаются с излишками. А для него надо чуть-чуть. Вот чуть-чуть для него надо вообще. Ладно. Так и надо было добирать на карман, а тут качать сразу два пункта. Но если бы хватило, потому что ресурсов... Ну, я говорил, что трата ресурсов это один из способов его накопления. Потому что если тебе не хватает, то просто трать заранее, вкладывая во что-то. Вот. Да, к сожалению, вот тряпочку бы еще. Две штуки. Амиция, что? Что я сделал? Почему меня ищут? Ничего такого ты не сделал. Если кто тут виноват, то только они. Ага, в дебри мы не пойдем. В смысле хи-хи-хи? Куда ты побежал, слышь? Его? Кузя, ты где? Это не смешно. Иди твое. И пошел ты нахрен. Так. О, что-то есть. Ой. Это бубоны от укуса. Подарок?
Заметки, дневник. Он был алхимиком. Дневник алхимика. Так, тряпонька раз. Мне еще тряпоньку. Еще тряпоньку одну. Я могу вернуться вообще, и все круто будет. Че это? Показалось. Что-то тут выращивают. Испугалась? Кузя, тут инквизиция. Хочешь, чтобы они тебя забрали? Никогда больше так не делай. Ладно. Говорят, что его имя произошло от слова сердце. Юга. Ага. Его имя произошло от слова Кузя. Кьюга. Нормально, взял такой, убежал, вот реально. Великий инквизитор, что он, правда, спасет нас от укуса, он святой человек, не сомневайся даже. Ничего себе. Тряпоньку. Дайте мне тряпоньку. Ой, тут поля. Так, у нас есть горшок. Там спереди, я так понимаю, он, ну, имею в виду вазу. Так. Че это? Ага. Давай. Давай. Черт, веревка, шкура. Это не то, что мне надо. Курицы. Они меня не сдают. Блин, тряпоньку. Все что угодно, но только не тряпонька. Это же надо так. Ведь куча всего попадает на самом деле. Так, хорошо, что мы имеем? Там еще одно поле. Тут тупичок. То есть либо через окно, либо на поле. Здесь пройти вроде достаточно просто. Давай посмотрим, наверное. А потом 100 тряпанек, 0 слитр и еще какое-то дерьмо. Понятно. Ой, они везде. И не говори. Так, зашибись. Ну, в принципе, там для этого и есть... Я могу прямо в поле сейчас войти. Ваза для этого там и стоит. Ого, какая хрень. Ого, а там... Сундук. Сундук — это вещь. Так, давай, обходи, где ты там? Ой. Попробуем обшмонаться. Да это капец. Так, чел. Сиди здесь. Почему девочки наруч стальной? Ну, я так понимаю, это ее личный все-таки. Она росла довольно бойкой. Она умеет прощой стрелять. Проходила тест на рыцарство. Такой детсконький. Блин, а я могу? Это ж бред. Сука. И там нет тряпоньки.
Ты меня не видел? Готов поклясться, что-то видел. Я тебя уверяю, это была не девочка с мальчиком. Так. Что это за ботва? Ладно, пройдем туда, посмотрим. Буду под стрим догмата. Есть сырные сырные чебуреки. Вот таких я еще не видел. Приятного. Сырные чебуреки. Так. Блин. Ну туда можно шмальнуть, чтобы отвлечь. Это понятно. Хорошо. Черт. Как это не видел? Это топич? Слушай, реально незнакомо вообще. Про сырные чебуреки. Там один из наших в тракте лежит. Совсем конь не двинул. Может похоронить его? Его покусали? Ага. Ты его трогал? Не. И молодец. Коли крыса покусает, так у тебя вся кровь вскипит. Весь покроешься чириями. И все кругом могут заразиться и помереть. Пускай лежит, где лежит. Так. Капец. Просто капец. Но там лежит то ли ваза, то ли камушки. Скорее всего, ваза. Хорошо. Давайте все-таки туда пойдем. Ага, и тут есть куда отвлечь. Камушков 5, пока подбирать не будем. С другой стороны, одного налево, другого направо можно. Возможно, даже так и нужно. И это оказались, кстати, камни, а не ваза. С вазой, конечно, было бы проще. А она охрененно кидает. Обалдеть вообще. Оп. Ils attendent quoi pour sonner le retour? Rien à signaler. Il fait presque nuit, bordel. Вот дерьмо, уже темно почти. Ага. Какие-то кучки. Тут есть, в принципе, куда отвлечь. Есть куда сходить. Даже отвлекать не надо, если подумать. Они тут сами ходят. Ваза. Тут времени у меня, походу, немного. Хотя вазу, наверное, хотелось бы сэкономить. Хотя он не доходит, да? А мы сейчас вообще классно пройдем. Правда, до верстака теперь назад топать очень далеко, если вдруг очень захочется. Так. Ну-ка. Стой. Есть. Прекрасно. Изумительно. Главная героиня в горшок кирпичи откладывает. А не кирпичи, камушки. Чё это такое? Чё за хрюк? Встал. Шел назад.
Прекрасно. Замечудненько. Так. Опять нора. Капец, тут вообще путь, вот, конечно. Теперь они нас не заметят? Нет. Еще, думаю, на самом деле, конечно, куда идти. Куда вело то большое поле? То есть все. Назад, что у них там? Интересно. Туда можно сходить. Тряпонька. Тряпонька. Ну, не так уж и много вещей мы всрали, пожалуй. Там пара-тройка было всего лишь. Бего. Кузя, нам нельзя останавливаться. Не сейчас. Мне так странно. Ну же, отдохнешь, когда доберемся до Лаврентия. Голова болит. Я не знаю, что делать, Хьюго. Что бы сделала мамочка? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебя понесу? Это все, чем я могу тебе помочь. Давай, забирайся. Оптимально там сначала пройти по левой стороне поля, там домик с заначкой, вернуться к саду и потом уже выйти через курятник. А, выйти через курятник. Ясно. Так, если я сейчас пойду назад. Наверное, в таком состоянии она уже не будет лазить. Интересно. Вообще, мама говорит, что мне нельзя выходить из дома. Знаю. Может, поэтому мне так плохо? Ты просто устал. Я по ней скучаю. По крайней мере, тебе дозволялось ее видеть. А? Не, ничего. Мельница, Лаврентия. Мы почти пришли. А он снова запрет меня, как мамочка? Он отведет тебя в безопасное место. Ну ладно, тут и правда опасно. Но иногда так здорово. Однажды ты поправишься. Это что, местное животное? Да что тут произошло? Теперь нужно быть осторожнее. Давай, слезай, Кузи. Так, это кабанчики мертвые, то есть свиньи. Вообще, дофига. Лужа тут специально с грязюкой поперек. Меня полные ботинки этой пакости. А быть того не может. Вау! Не-не-не, факел, быстро к факелу. Такс. Крысы прямо из-под земли, толпами, жесть. Так, хорошо. Факел из земли она не выдергивает. Палок, значит, нет. Пойдем аккуратно. Успокойся, все хорошо. Они нас не достанут. Идем. Крыс-дискотека. Да это рейв какой-то, а не дискотека. Это уже просто капец. Слэм. Так. Ууу.
что это было? Толком. Почему крысы боятся факела? Вот да, они почему-то сильно боятся здесь. Так, понял. Это было дальше там. Выпало. Зашибись-ка. Я видел реальных крыс, они хуярят прям среди бела дня и могут тебя укусить, если ты на них пути стоишь. Да, крысы они такие. А тут почему-то так. Да судя по их количеству и по тому, как они под землей бегают, это необычно. Ну и глаза светятся красным. Ох, ни хрена. Так, это самое миазматическое место вообще во всем королевстве грёбаном. Тут живым находиться вообще нельзя. Опять эта слякоть, мы ни за что не дойдем. Так. Чё? А-а-а. Ой, ёперный театр. То есть, боже милосердный, да. Они, правда, все умерли? Их перебили. Может, инквизиция? Меня сейчас тошнит. Классная, конечно, мельница. Лаврентий точно там... Ой, там что-то есть. Но нам по-любому туда не надо. Хотя вон там костер. А это... Палочки всякие. Угу. А, и тут еще есть. Ага. Ёма народ. Идем. Так. Так, прямо по курсу. Что-то эта повозка светится вся. Давай, 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 давай. Есть. Тряпочка. Тряпочка. Пошли теперь обратно. Оу, щи. Привет, Маргуль. Так. Что ж, пошли вперед. Теперь понятно, почему эта повозка светится. Помоги толкать. Господи, как же много тут мяса. Амиссия, зачем они убили свиней? Похоже, чтобы удержать крыс здесь. Или чтобы их накормить, чтобы их стало больше. Она очень тяжелая. Заткнись, толкай. Да. Ёп, где они кормили столько свиней? Но я так понимаю, это вообще может быть со всей страны на самом деле свезли. Инквизиция, она тут повсюду ездит, разъезжает. Да, у нас получилось. Эй, Лаврентий! Тише, Кузя! Если это не Лаврентий, ты об этом подумал? Окей.
О, круть, еще один инструмент. Клауд, а ты умеешь на лошадях ездить? Как темно. А вдруг здесь чудовище? Это ветряная мельница? Да, красивая. Ну вот, еще селитра. Тут должен быть станок. Какой-нибудь. Свет горит. Так. На лошади пару раз катался, но прям ездить не умею. Ясно. Ой, вы еще живы? Мне жаль ваших друзей. Дверь не открывается. Как интересно. Амидзе, цветок. Кузя. А чё Кузя? Сами возьмем и сорвем. Честное слово. Что? Пожалуйста, ладно, давай. Они называются орлики. Склонили головки, как грустные птички. Может, нам будет не так одиноко? Ладно, идем. Цветочек. Не будем пока залазить. Ага. Раз. Заперто. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Привет. Салют, ва. Привет. Да уж, не лучшая ночка, чтобы спать на улице. Или стоять, что она сказала. Так, тут никого нет, что ли? О! Заперто. Нам нужно туда попасть. Ну ладно. Раз нам нужно туда попасть, то мы туда попадем. Забирайся внутрь, открой мне дверь. И будь очень осторожен. Что ж ты быстро? Ты вообще шустряк. Отлично. Нам на все хватает. Ну ладно, карман для материалов. Это полезно. Кто-то кашляет. Что такое скарб вообще? А, да. Меньше шума при беге и уклонении. На самом деле, вижу смысл только в кармане. Даже сумка для снарядов мне нужна, потому что снаряды дают в нужных местах. Главное, прощу качать карман, кажется. Ça va me simplifier la vie. На сумку для снарядов хватает. Качнуть. По 10 снарядов вместо 6. Неплохой такой апгрейд на самом деле. Но раз материал есть, в принципе, надо делать. Помаль ду ту. Хорошо. Правда, толком не ясно, зачем мне проща пока что. Не, ну боссов, скажем так, мочить, да. Один батл у нас был. Так, у нас дохрена селитры. Так, что-то мы вообще оставляли еще сзади, нет? Так, мы пришли вон оттуда. А, нет, не оставляли.
Ладно, в доме кто-то есть, он кашляет. Если это врач, и он кашляет, то, наверное, плохой врач. Зря пришли. Ладно. А если это гинеколог, и он кашляет? Ну, он плохой гинеколог. Ой, божечки, как оно развивается. Так, он наверху. Кто вы? Магистр Лаврентий! Не подходи, ты можешь заразиться. Хьюго. Хьюго, ты здесь? К нам пришла инквизиция. Мы потеряли все. Я ничего не могла сделать. Да, разумеется. Они пришли за ним. В жилах вашего рода, в вашей крови течет страшное проклятие. Мы с вашей матерью пытались замедлить его действия. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Но после надлома процесс ускорился. Accélère. Ты должна защитить его, Амиция. Tu dois. Продолжить дело матери. Protéger Amicia. Tu dois poursuivre. Ты должна защитить его. Так? Как долго он говорит? Я, но как? Мои родители пытались его защитить. Отстань от меня? В смысле? Они здесь. Крысы опасны, но действуют хаотично. Инквизиция? Они будут искать его непрестанно. Нам нужно исчезнуть. Отправляйтесь в Шато де Омбраж. Лука, сходи в сарай, тебе нужно закончить Игнифер. Сжигание? Не утомляйте себя разговорами, я все сделаю. Жаль, что ваших родителей постигла такая участь. Но теперь вы не одни, нужно поспешить. Помоги мне сделать Игнифер, он защитит нас от крыс. Факел? Пойдем, Кузя. Нам не надо здесь оставаться. Все лежит в сарае, идемте. Ну, идемте. И что нам теперь делать? Не, я с кем разговариваю. Они туда... Ой-ё! Этот рисунок, что он означает? Витрол. Что? Я вот этот? Да. Сокращение от латинской формулы. Визита интериора террае ректификандо ля тратата. Что в переводе означает посети недра земли и очищением обретешь сокрытый камень. Это... Максима заключает в себе всю суть алхимической философии, которая состоит в изучении природы окружающих нас элементов и их возможных трансформаций. А еще эта аббревиатура дала название серной кислоте, которую применяли для изменения веществ. А лошадь съели? Возможно. Подбирай. Так. Так.
Так, ну что ж, там есть два куска мяса. Ого, крак, отличная идея. Но они боятся света. Фонари, отлично, давай. А что фонари? А, то есть сначала фонари, ну логично, конечно, да, боятся света. Все, Гугой, давай мне руку. Нет? В смысле нет? Ладно, не отходи далеко. А где ты? А вот ты где. Так. Так, лошадка. Лошадка стоит. Он как раз Гуго рядом с ним. Лошадка подсвечивается, крысы ее боятся. О нет, они вернулись. Они повсюду. Может дойти до конца сарая, нельзя уходить без Игнифер. Прикольно они тут выбегают, конечно. Игнифер это... огниво. Ёлки-палки. Ядрить. Материалов уже до хрена в кармане. Я их вообще не тратил. Ну да, они были не нужны. Сера, селитра, веревка. Так. Нужно дойти до конца, говорит. А чё она не прицеливается, я не понял. Ну там сверху что-то лежит. Прицеливаться она, например, не хочет. Нам нужно мясо, живое или мертвое. Нет! Нет, в смысле? Это поможет. Понял, позволь, помогу. Мы будем его кормить? Можно и так сказать. Же есть! Пора кушать, свинка, ням-ням. Жуй хорошо, а то животик заболит. Надо сделать так, чтобы он... Че, он не выбежал? Или че? Свинья сожрет всех крыс. Я надеюсь на это. Звучит как план. Так. Теперь он не выбежит. Вдоль стены есть лестница. Идем. Идем. Хьюго, слушай, ты можешь дуться сколько хочешь, но не отходи далеко. Не. А я видел эту лестницу, да. То есть я так и думал, что может пригодиться. Да нафига нам свинка, если мы могли просто так забраться на самом деле? О, свет. Гуго, отвернись, пожалуйста. А что такое? Да не, ничего. Все в порядке. Так, это у нас просто камушки, да? Ладно. Плюс три камня. Класс. Здесь спуск. Там свет. Да он прекрасно, все освещено, как бы крысы не мешают. Ну вы чё, ну... Мэ!
смотреть, кнопонька есть. У нас нет выбора, Гугу, нам нужно отвлечь крыс. Это ужасно, ты такая же, как остальные. Да пошел ты нахер, козел. Тяжелые времена требуют тяжелых мер. Так. А, ну вообще-то да, мы же не знакомы с братом на самом деле, поэтому он так все считает. Да. Мы же его не видели никогда практически. О, они тут уже кого-то съели. Так, ничего нету, ладно. Смотрите под ноги. Это не просто лаборатория доктора. Мой учитель прежде всего великий алхимик. Ты же Амиция? Я Лука. Дай я тебе кое-что покажу. Только нам понадобится спирт и сера. Думаю, здесь найдется немного того и другого. Скажи, как найдешь. Ладно. Спирт и сера. Что ты делаешь? Растворяю реагенты для алхимического синтеза. Похоже, они тут провели немало времени. Лука, почему они болеют, как Лаврентий? Его укусила крыса, а тебя нет. И он теперь умрет? Он... Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось. Демоны. Печь. Наверное, это и называется атонор. Атонор? Этанол? Атонор. Левитер экстрактам сик. Латынь. Так, ну и все. Эх, надо было огурчиков нарвать. Держи, Лука. Отлично, теперь их надо смешать. Медленно. Это не опасно. Ладно. Теперь можете изготовить игнифер. Зажмите RB, чтобы открыть меню выбора. Я так сказал, что будут огненные поджигающие снаряды. Так, и он у нас тратит... Слышно. Так это... Ой. Крысы! О нет, мы застряли. Так, целься в угли в центре комнаты, но это я уже и сам понял. Или так. Как тебя бросать вообще? Для прицеля нажмите ЛБ. То есть именно ЛБ, да. На. Я правда это сделала? Как настоящий алхимик? Да, твоя смесь просто идеальна. Видно, ты унаследовала талант от матери. А знаешь что? Давай я покажу тебе, как изготовить другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово, спасибо. Я закончил с микстурами, нужно возвращаться к Лаврентию. Амиция, тебе придется идти первой. Так, все понятно. Все с вами ясно. А вот что за ученик, кстати, да. Жесть. Крысы, назад. Так, ну что ж, через верх, я так понимаю. Сначала ты. Ох, ёпчь. Их там много. Так, мы расчистим путь, как? Вот так, вот так. Так. Ух. Так, по-моему, лошадке хана. Свинья была не бесконечна, да.
Laisse-moi, Hugo, écoute. Hugo, насчет того, что я тогда сказала, я просто хотела... Да капец, боже ж ты мой. В доме совсем темно. О нет, магистр! Лука, стой! А теперь в доме совсем светло. Сделай что-нибудь. Нужно уходить. Магистр. Эй, постой. Ты нужен нам. Смотрите, лошадь. Ее не доели. Ой, капец. Пора уходить. Узя, Лука. Так, сено быстро гаснет, надо бежать. Не то. О нет, мы окружены. Ай, куда теперь? Там лодка сразу за мельницей. Тогда вперед. Мельница может загореться. Должно сработать. Так, куда? Вовнутрь? Нет, ни хренаськи. Бегим! Бегим, 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 бегим. Господи, а чё их так много-то? Жесть! Да. Глава 5. Падаль. Что это у него? А, ну вообще да, он уже, конечно, в принципе какой-то больной. У него жила Лука. Там он. Лука. Oui. Oui. C'est quoi cette chose? Что у него в крови? Dans son sang. Il y a une это vieille... старая история, и повествует elle она о Прима что-то там. Алхимики называют ее первоначальной порчей. И она скрывается в крови некоторых семейств, никак не проявляя себя. Но произошел надлом, и макула проснулась в крови Хьюго. Что она с ним сделает? Макула не знает добра и зла, она изменяется вместе со своим носителем. Чтобы изменить все, весь мир вокруг. Твоя мать вместе с Лаврентием пыталась помочь своему брату. Твоему брату. У них ничего не вышло. Я думаю, они просто не успели. Вот и все. Теперь у Митси два балбеса на иждивении, да. Ой-ой. О, просыпайся. Давай, отсюда мы пойдем пешком. Ты хоть согреешься. Если идти вдоль акведука, доберемся до шато Деомбраш. Что это за шум? Ничего особенного, это просто лягушки. Лягушки, ха-ха. Кажется, ему стало лучше. Очень на это надеюсь. Акведуки. Лягушонок, сколько же их. Акведуки.
У нас в Пермской области есть вот такая же хрень. Так, чтобы на них посмотреть, надо как-то выбраться в область. Ça va, t'as pas froid? Тебе не холодно? Si. Немножко. Кажется, Гуго не жалуется. Au moins, il se réchauffe. Но он не дает себе замерзнуть. Да, но как по мне, он отошел слишком далеко. Прыг-скок, прыг-скок. Hugo, où est-ce que tu vas? Кузя, ты куда? Опять ты за свое, маленький засранец. Не Кузя, а Кузьмич. А почему Кузьмич? Косплей особенно социальной охоты. Эй, смотри, я рыцарь. Ты где это нашел? Это английский щит. Там валялся. Слушай, положи его. Это не игрушка. А какая же ты скучная. Чувствуешь запах? Ну и вонь. Да, жуткая вонь. Что-то как будто светится. И дрить он длинный, это так веду. Так, полянки пустые. Это сера на блюдечке лежит. Амиция, Лука, бегите сюда, смотрите. Боже, жесть, какой он длинный. Это ты недостаточно любопытен. Да блин, ёма народ, кажется, тут сожгли чуму. Они все что, мертвые? Да нет, так, прилегли. Мы не сможем здесь пройти. Амиция, мы должны идти вдоль акведука. Что значит должны? Что значит должны? Мы должны идти вдоль акведука, а мы здесь не пройдем. Чего предлагаете? Господь милосердный. Амиция, нам что, надо идти прямо по ним? Я все понимаю, Гуго, но у нас нет выбора. Жесть!
он leur fait mal, tu crois? Как ты думаешь, им больно? Просто иди вперед. Давай. Ядрить. Навороченная качелька. Трибушет. Капец, акведук. Зачем мы сюда полезли? Это смрад, просто невыносимо. Меня тошнит. Не смотри, лучше гляди на акведук. Надо быстрее топать. Так. Фу, лошадь. Лука. Я не знаю. Не подходите, она вшевелится, боже мой. Господи. Боже, попади куда-нибудь, так, оп. На. Фу, кое-как. Так, ладно. Это не то, что я ожидал. Чуть-чуть. Это просто баги. Класс. Баги. А, между тем, кажется, мы прошли мимо лошади как раз. А, ну ладно. Ну ладно. Ты не видел, как лошадь лопнула и родила крысок, да? Это я уже понял. Там люди. Проклятие, нужно убираться отсюда. Что они делали? Это мародеры, хотели что-нибудь украсть. Зачем? Наверное, чтобы выжить. Прям как мы. Так, у нас это нигде не используется. До хрена селитры. Крысы чужие, что ли, в этой вселенной? Да вообще капец какой-то. Мы тут жизни не пройдем, нужен огонь. Твич лагает. Можешь мне помочь? Что вы предлагаете? Несколько раз подряд, чтобы покрутить ручку. Не думал, что будет так тяжело. А, понятно. Нет! Нет! Не ходи. Едите. Du moulin, le bras du trébuchet a l'air inflammable. Tu as raison. Je dois pouvoir l'atteindre avec un unifère. Aide-moi avec ça, tu veux? Так. Пошел, 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 пошел. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, oui. Oh, attention. C'est bon. Получилось, я справился. Давай назад. Возьми побольше. Так. Вы вдвоем молодцы. Так.
Хорошо. Вон стул есть. Его нельзя было поджечь. Ну, значит, мы дойдем вот туда. На самом деле, на этом палочка-то у нас-то кончится. Бери 5 палок, балбес. Да! Вот реально Кузьмич. Привет, телега. Ладно. Все, что можем, то делаем, получается. Там еще кто-то идет. Живо в траву нас не должны увидеть. А, ну тем лучше. Амиция, у него фонарь, я поняла. В смысле поняла? Можете потушить фонарь противника? Ой, жесть! Вы жестокие дети. Так, они его пока жрут. Вроде больше ничего делать не можем. Бегим! Ну, в общем, фонарь его нам не понадобился, да. Он понадобился нам весь сам целиком. Ладно, крыс слишком много, мы застряли. Он, бери руку, валяется и кидай им, пускай жрут. Капец. В башню, я вижу свет. Не иди на свет. Ну иди сюда, на. Или не иди сюда. А, и все. Блин, и... Чувак, тебе повезло, тебя не сожрут. Так, между тем верстак. Но у нас нет инструментов, чтобы что-либо сделать. Инструменты нужны всегда. Проща разбила цепь? Серьезно? Ну... Да. Есть песня группы Кома, и там поется «Забудь про все, иди на свет». Нет, как говорится, нет, не иди на свет. Никогда не понимал, в принципе, этих фраз, почему не иди и все такое. То есть, конечно, имеется в виду свет в конце тоннеля, почему не ходи туда. Так, это, по-моему, все равно пойдем дальше, поэтому сначала можно залезть наверх, глянуть, что к чему. А в смысле? Нет, ты, конечно, подожди здесь, ну а палку как бросить? Ладно, пускай сгорит. Да. Какая прелесть! Ага. От White Box. А, White Box. О, как... Я помню это. Да. Да. Так, все сгорело. Так, наверх. Трупики. Так, тут есть материалы. Материалы есть. Блин, это отстой какой-то. Стоп, а наверх дальше никак. Отстой. Они повсюду, говорит. Вроде бы ничего и не поделаешь. Ну что ж, мы в любом случае ничего не делаем. Значит, кидаться игнификом нам опять же не нужно. Палка у нас найдется. Ладненько. Стоп. Ах, вот ты, сукина дочь. Капец. Это, а на рукавник с переодевания был? Может, это трофей от того деревенского? Вот я и не помню. Чё-то мне кажется... На рукавник был до переодевания, потому что я помню этот вот цветочек
Вот этот цветочек, по-моему, был у нее изначально. Я думаю, это потому, что она упражняется прощой. То есть, вот это как-то связано, не знаю, с ее рыцарством детским, вот этим вот. Но мы ничего сделать не можем. А материалы как бы уже и карман тянут. А других материалов на карман надо много. И тут надо много. А тут надо опять же 3 тряпки. Много спирта и кожи. Вот пару тряпок хотя бы, вот бечевку бы улучшил, да. Гляди во все глаза, инструмент всегда есть рядом с верстаком. Ну вот я примерно о том и думал, поэтому удивился, но да, да, вот он нашелся все-таки. Да. Инструмент здесь как перк. Очко. Давай, давай, давай сюда. О, нет, Луха, там солдат. В смысле? В смысле? Чё Лука-то? Щет. Так, стоп. Мы не все обобрали, получается. Да, очень даже не все. Ладно, надо залезть. Где? Где там был этот... охранник, стражник, кто там? А он спереди есть. Ладно. Так, Лука. Давай. А, вот, вместе типа идем. Ладно. Так, вот еще и ваза есть. Хыдыщ. О, немножко не там, где я думал вообще. Так. Что мне с вами делать? На самом деле круто. Я могу куда угодно пойти. Могу влево, могу вправо. Давайте попробуем, посмотрим хотя бы. Ага. Стрелочка показывает, кого он привлечет. Это хорошо. С него что-то выпало? У меня есть. У меня есть. О, тут есть палка. Зачем? Не знаю. Реально зачем? Так, с них всех может лут падать. Вот этого я вообще не думал. Спасибо за подсказку. Прям вообще необходимо было. Так. Так. Ты должен услышать, что не. Давай. Мы можем подъехать, конечно. Есть. Там что-то есть. Такой странной, интересной формы. Так, замечательно. Мы можем зажечься, конечно, от тележки. Но смысла в этом, кажется, немного. Поехали вместе с ней. Я что-то не понимаю. Для чего здесь это? Что, мы проедем? Ну ништяк.
Окей, проехали. Да, тут сундук. С серпом каким-то. Так. Ваза нам не нужна. Серп. Они этим дерутся? Не у всех есть деньги на меч. И все. Серп – инструмент, который использовался для обмолота зерна. Его можно использовать и как оружие. И все. Негодуя. Ладно. Не люблю телеги. Никогда не понятно, как ими управлять, блин. Так, ну с него, я так понимаю, выпали просто камушки, наверное. Колеса застряли в грязи. Придется ее бросить. Ладно. Что творишь? Держи его. Кого? Жуть какая-то. Да ладно тебе, просто нужны его зубы. Да, но все-таки. А что? Все равно их все крысы сожрут. Ну, может, ты и прав. Нужно пройти под акведуком. Хоть что-нибудь придумаем. Он факел, а собака. Что? А чё факел? Да пошёл куда-то. И вы не имеете ничего лучшего, чем вы зашарнились на кадавре? Ну это факел, который мы можем взять. Так, он ушел. Вообще зашибись. А где Лука? А, вот он. Так, ладно. Так. Они действительно предлагают то, что я думаю? Нет, Господи Иисусе, а куда мы идем? Он там остался? Да, мне кажется, он там остался. Ладно. Так, место что пол... А, стоп, факел, подняться наверх. А я думал здесь не то, куда нам надо топать. Там же еще куча мест. Я мимо прошел. Ой, ё-моё.
Капец. Можно было тому разбить фонарь в темном месте, подойти с факелом и обшмонать труп. Даже которому можно было разбить фонарь. Справа айтем. Так, с какого права прошел мимо? Где? Где право? Ладно, разберемся. Так. Тут ребята около костра. Вообще класс, конечно. Тот, который один стоит с факелом. Так у него вроде бы фонарь-то не бьется, разве нет? Так, я тут где-то что-то видел. Мне показалось. Можно вкратце, что тут происходит. Значит, в средние века инквизиция охотится за чумой. Мы дети одной богатой семьи. Но инквизиция за нами как раз и гонится. Всех родителей поубивали нахрен. И мы спасаемся. А тут повсюду крысы. А эти у краста оба убиваются. Но я вижу, что у них, да, а голова-то свободная. Может, отсюда попробуем? За колом тоже что-то было. Блин, я как-то вот... Ёп! Высоты. Так. Сюда иди. Ништяк. Пошли вон. А да что я тут хожу, я не понимаю, я ничего не вижу. О, хорошо. Так, нет, вот что с этим делать, я не понимаю. У него же не факел. Все ради лута, ну да. Только где он? То есть я могу привлечь его внимание, да. Да, у него не фонарь, у него вот эта вот палка, которая не бьется. И череп в каске. То есть кажется, он никак. Кажется. Где-то там справа был айтем, который я просер. С какого права? Тут вроде ничего нигде нет. О, здесь есть селитра. Так, ладно. Нормально походили, вроде. Оп. А возьмите факел, ребят. Возьмите факел. О, фу, у них из животов палки торчат.
Не смотри. Тут, что ты вois ici, Hugo. Hugo, просто не думай о том, о чем. О чем не думай. Так. Это мы зажжем. Амисия, regarde comme les rats sont attirés. О! Привет, кубик. Смотри, сколько хвостиков. В смысле я здесь? Ой, бля. Il faut qu'on continue à suivre l'actu, Amicia. Mais il y a des rats partout. Chut. On va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seule, j'ai une chance. Bien. À tout de suite. Ah, bordel, j'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre? Ah, bah voilà. Enfin. Tout ça pour ça. Et alors, tu vas en faire quoi? Bah, je sais pas, je verrai bien. Ох, не соблазняя, руки чешутся, недостаток хвостаина в крови, ужасная вещь. Амисия, о! Ладно, пойдем вместе. Не очень-то и далеко, вроде бы. В смысле второй ко мне побежал? Конечно, это бессмысленно. Что сказать? Упс. Il faut qu'on continue à suivre l'actu, Camisia. Mais il y a des rats partout. Trouver une solution. D'accord. Là-bas, une torche. Si j'y vais seule, j'ai une chance. Ah, bordel, j'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ничего нет. Требьен, требьен. Бля-бли, бля-бля-блю. Так, так. Пойдем. Даже так, оказывается. Главное без тревоги. Так.
Че это за звук? Зачем лишний камень тягать? А то, что я не видел, что можно прицелиться все-таки. Смотри, вот и лишняя селитра. Как бы и ни хрена. Ладно. Оказывается, все-таки дотягивается прицеливанием. Ладненько. Так, ладно, давай теперь аккуратно. Вот тут факел висит. Возьми факел. Передай его как тому, кто сверху, он братану своему. Так, что тут у нас? Да, собственно говоря, вот. Единственное место. Не bougez pas. Je reviens. Je reste ici. La voie est libre. D'accord. Restez ici. D'accord. Стойте. Je reste là. Ils ont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Так. Venez, la voie est libre. Pas un bruit. Compris. Так. Эй, ребят, помогите мне, я застрял, в смысле? Ребята, это он нам или кому вообще? Ой, ё. Застрял, как тебя не съели еще? Так. Какие-то веревочные механизмы. Так, окей. Амиция не может выбраться. Тихо. А надо идти дальше. Ой-ё. Так, кажется, я знаю, что сейчас будет, да? Эй, нет, что вы творите? Хватит. Стоп. Прости, нам нужно выбраться отсюда. Не бросайте меня, умоляю. У него там есть рядом... Блин, вот... Бросить никак она... хрен ли ты его... Затушила. Окей. Господи, там был чекпоинт, я надеюсь. А она не хочет никак бросать факел. У него рядом с человеком факел есть. Мы можем его спасти. Зажечь факел издалека. Но нет, мы этого делать, похоже, не будем. Он там что-то видит горючее. Тут варианты, да, но вот... Я не пойму, я не вижу. Свой факел я не оставляю. Издалека я уж не дострелю никак. Налево они не убегают, и канашеньки ему. Да. О! Сера. Подожди. Вот он здесь, держак. Да, тут был держак. Вот отсюда я бы дострелил. Просто его не видно было. А может и не дострелил бы. Но он есть. Понятно. О, нет, факел. Мы и без него справимся. Да, наверное, дострелил бы, раз он там есть.
Действительно, какие-то варианты дают. Так, инструмент, прекрасно. Там солдат, он преграждает путь. Да неужели? Другой дороги я уже не вижу, черт. У нас нет, попробуй застать его врасплох. Че это? Возьми, говорит. Что мне с этим делать? Сомнум. Сейчас все поймешь, смешай все. Теперь вы можете изготовить сомнум. Зажмите РБ, чтобы открыть меню выбора. Бесшумно устранять противника. То есть уснет. Отлично. Теперь брось ему это в лицо. Ты серьезно? О, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Так. То есть, подбегите. То есть, это бесшумное убийство. Я думал, бросьте в лицо. Прикольно. Но сработало, ладно. Он уснул? Да, ненадолго. Используйте только в случае крайней необходимости. Например, если противник поймал вас, изготовление сомна требует много ресурсов. Может осложнить улучшение в будущем. Улучшение? Осложнить улучшение? А, понял. Хочешь добрый совет? Конечно. Хоть добрый, хоть недобрый. Никогда больше это не крафть. Я реально заметил. Это вон капец вообще. Хотел, конечно, сразу два скрафтить, да, но тем не менее, это капец. Такс. Че, серьезно, мне Игнис ради вот этого вот сейчас тратить. Никакой палочки нет. Факела, конечно, нет. Но палка. Поручалка, блин. Ну что ж, без вариантов, кажется. На первый дают ресурсы, да. Так. Так. Прикольно. А в смысле я не могу поджечь этот факел? О, теперь правильно. Ладно, не то выбранным было почему-то. Я думал, что я все-таки выбрал. Так. Тут везде что-то есть. Везде что-то есть. Еще машина. Это вроде какая-то другая. Вы можете попросить спутников взаимодействовать с разными предметами, нажимая вперед. Когда появляется сопутствующий значок. Соответствующий. Так. Собственно. Вообще там есть что зажечь. Так, ладно. Ты стой, вот. Вот так. Ёптель. А как это произошло вообще?
Так. Так. А чё, где тут зажёг вообще? И зачем? Хотя вот... нет. Так, что это за кнопонька? А-а-а! Можно попросить его подобрать, где? Так. Думай. Так. Заряжай. Оказывается, вместе с братом надо идти. Давай. Давай, ну пошел. Так. Бери. Молодец. Нам, оказывается, по-любому нужно было сюда. А вообще, что мы имеем? Мы можем зажечь палку и пойти куда-то вот сюда. Но... я вот зажег, конечно, этот костерчик, но... блин. Даже нам надо, а? Вот там дальше путь уже есть. Так, давай. Чуть не сажаю. В смысле? Тут, наверное, продолжение пути. Да, нам же надо двигаться вдоль акведука, да? Так что, в принципе, есть смысл попробовать. Ой, медленно идешь. Мы пришли здесь ради... Лука, нам эта штука не нужна? Это инструмент для расчета расстояний. Зачем? Для войны? Они с этим рассчитывали угол для стрельбы. Глупость какая-то. Да нет же, я потом покажу. Ладно. Туда, наверное, нам не надо. Ёшеньки, ё-ё. Ух. Опять засылки к Dark Souls. И как же тут Dark Souls причастен? Так. Ну, в принципе... пойдемте уже отсюда тогда. Меч в костре. О, Dark Souls. Куб бы взял меч, попытался бы выменить на пулемет. Так, ладно. Только нам сейчас снова нужно идти за палкой. Ты хочешь bien y aller? Oui. О,
Все, иди. Так, молодцом. Ой, не то. Вот. Фух, ладненько. На самом деле и туда еще можно сходить. Но я, пожалуй, не вижу там особо интересных мест. Может быть, там, конечно, что-то есть. Ладно, это очень долго ходится. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi. Гугу сделал самое сложное. Я просто хочу отсюда скорее выбраться. Я тоже. Идем. Ой, ё. Ох, ё. Мы пойдем под ним? Нам просто нужно быть осторожнее. Да. Зашибись-ка. Так. И чё? Тележку как-нибудь спустить там. Что там горит-то? Осадная башня? Вот хрен его знает. Так что? Ну, ёпти-мопти. А, то есть тут ходить можно. Вообще ничего себе. Так, и верстак есть. Так, ну что же. Ну что же. Целых два инструмента между тем есть. На третий карман, в принципе, еще достаточно много надо ресурсов все равно. Тряпочка с этим пересекается. Бечевка. Благодаря обработке шнура повышается эффективность и скорость стрельбы. Эффективность и скорость. Нужно ли мне это? На самом-то деле. Ладно, давайте. Тряпку. Надо больше тряпки. Камушки. Просто камушки. Так. Так. Камушки. Tenez-vous prêt. On va devoir rester dans la lumière. Ага. Главное, не уходите со света. Эта штука покатится, значит. Ладно. Allez, allez. On le retient pas. Non, cours. Je suis pas sûr là. Pour l'instant, ça marche. Не нравится мне это. Пока получается. Так, ладно, хорошо. Ладно, получилось. Ой, ё. А, у него... У него как раз фонарь. Ух.
кушать подано. Так. Палки. Так. О, еще и веревка. Ништяк. Они все еще его жрут. Так, ну нам как бы туда, вперед. А вот там еще какие-то есть факела. Может по трупам пойти? Что-то не очень ясно. Но они горят. Ау. Ау. Кажется, мы не можем туда идти. О! И тут я увидел ресурсы. Так. Значит, идем вперед. Кажется, до хрена селит это набрал. Ой-о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 й. Самаши. Ты за то, что я селитру поподбирал? Она как-то неохотно его подбирала, кажется. Весело играть в хардмоде, когда нет подсветки, ни ресурсов, ни целей. Да. Зачем он пнул его? Так. Так. Ну там еще луку жрать начали. Стоп, а куда мне? Самаши. На трупы, кстати, я, кажется, не могу. Тут еще вот эта хрень есть. А, ну да, подсказки тут, конечно, убойные. Так, как мне выбросить палку? Как я её выбросил? Так, чё тут? Да. Мне ж почти хватало. Блин, ему плохо. Что случилось? Голова. Макула.
Он боится, нам нужно убираться отсюда. Гуго? Гуго, подумай о лягушках. Помнишь, как они прыгали, а ты за ними гонялся? Давай, идем дальше. Там будут еще лягушки. Надо отсюда уходить. Сейчас уйдем. Да. А чё тут так много людей вообще? Только есть, ну их, да, сюда может специально поскидывали, как бы, а то капец. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Так. Courage, les gars. Не сдаваться, парни, я знаю, вы устали. Так, хорошо. Привет, Вол. Vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez! La Guyenne est à nous. Так. Il y a eu un bruit. J'ai bien entendu. Personne. Bizarre. Так. Господи, Лука, ты меня напугал. Амиция, я очень устал. Смотри, там опять деревья. Думаю, мы почти дошли. Наконец-то. Спускайся осторожнее. Так. Вы откуда такие? Вы одни? Осторожней. Да не молчи ты, говнюк. Она моя сестра, ублюдок. Теперь пусти нас. И мы больше никогда нас не увидите. Да сейчас, мы их как играях мародеров казнят на месте. А, ладно, они сами справились, молодцы. Свалим отсюда. За ними. Тоже сваливаем. Да ёпти! Ай-я! Получено достижение падали. Это за прохождение пятой главы. Глава шестая. Пропавшие товары. Пропавшие. Эй, пора вставать, крошка. Съешь чего-нибудь? Съешь? Кстати, тебе здорово повезло. Обычно те, кто обшаривает трупы, получают клинок в брюхо без всяких вопросов, но я... Я-то в побрякушках разбираюсь. И тебе повезло, что золото я люблю больше, чем кровь, девица Дерун. Где мой брат? Тише. Чем лучше ты выглядишь, тем больше будет выкуп. А тебе и так синяков многовато. Выкуп? Кто его платит? Скоро увидишь. Ты теперь не в своем шато. Пес шелудивый. Еще одна лутательная глава. Ух, я тут ползал. Так, если это лутательная глава, тогда мы на этом сегодня остановимся. У нас уже достаточно поздно. Да, посидели 2 часа 10 минут. Недолго, но у нас уже поздно.
Есть лутательная глава. Хотя, с другой стороны... Блин. На самом деле, полчаса для главы это довольно много. С другой стороны, лучше не спешить. Так. Ну, я даже не знаю. Я выпиливал всех, кого мог. Тогда, знаете, лучше, да, так это... оставим на потом, а пойдем не спеша. Эти гады украли мой прощу. Великолепно. Еще и без прощи, как. Прекрасно. Как терминатор прошелся. Даже так интересно это все звучит, учитывая 15-летнюю девочку. Здесь стелсить надо. Не надо. Можно. Ага, но выбор есть. Ладненько. Лучше пойдем все-таки спать. Завтра на работу. Потом пройдем аккуратненько. Не знаю, может, на этой неделе еще буду. То есть я прям не буду ждать до следующей среды. При первом удобном случае, если вдруг будет, как бы продолжу. Ладненько, да. Спокойной ночи. Получилось недолго. Хотя 2.15 на самом деле, как бы. А я-то планирую по 2,5 часа. Это примерно так оптимально для стримов в 9:30 по нашему времени. Так что время-то уже полночь подходит. Ладненько. Зато, в общем-то, ровненько прошли две главы. Там достаточно длинно получилось, действительно. Вот. А еще надо успеть немножечко перед сном проветрить. У нас, конечно, минус 30 за бортом, но компьютер все-таки под 90 жарил, и как бы да, надо освежить воздух. Охладить комп. Ладненько, всем спасибо. Еще увидимся с этой игрой. Всем пока, спокойной ночи, вкусняшек, хвостяшек и всякое такое. Пока.